Куми приедет итальянский музыкант и кулинарный эксперт Федерико Арнальди. Он известен как один из ведущих популярной программы «Поедем, поедим». С 22 по 27 февраля съемочная группа собирается работать в Ухте и Выжме, где будет готовить традиционные блюда и расскажет о наших достопримечательностях. К слову, это уже не первый приезд команды «Поедем, поедим». В 16 году в Сыктывкар приезжал Джон Уоррен. На одной из центральных площадок города он даже устроил конкурс на скоростное поедание. Дание Шаник. Да, капитан. Тогда ready, steady, go! Давай, поехали, друзья, мы в этом пойдем! Джон Уоррен, который к этому времени уже успел вкусить традиционный для Коми яство, отметил, Коми-кухня для него хоть и показалась необычной, но вкусной. Туристам такая нравится. Коми – это же грибной край. Рыбный край, ягодный край. Вот эти все крайности, я считаю, вот надо обязательно туристам впарить. Потому что турист тоже хочет, чтобы ему впарили что-нибудь. Ну, как будто это я не могу ничего не делать об этом, а меня впарили. Впрочем, заманить туристов к себе Коми, по мнению Джона Уоррена, должна все-таки не гастрономически, а за счет природы. Она у нас, по словам британца, потрясающая. Не отпугивают даже комары.